Видите, после пилинга у нас, в общем-то, личико довольно-таки хорошо, да. А какие-то ощущения у вас сейчас, сейчас есть? Ничего, ничего. То есть это все очень быстренько прошло. Здесь очень удобно, вот очень эргономичный шприц. И мы вводим, мы говорим, поверхностно, то есть мы вот на буквально вкололи, вот приподняли, чтобы видеть, и совсем вот микро-микро-микро-микро вот по полку вкололи. И так через сантиметр каждую. Потому что если их колоть большими, они очень-очень долго будут рассасываться. А за счет того, что здесь глицерол, мы говорим, 2%, 20 миллиграмм, то, соответственно, он еще дополнительно будет на себя натягивать, тянуть воду, увлажнять. Мы колем как при биоревитализации? Только папульно, либо на паш. Но на паш это получается, что тратим препараты, и, в общем-то, красота и трата препарата. Поэтому лучше просидеть, проколоть вот так папульно, чтобы все попало внутрь. А линейно это не биоревитализация. Если вы хотите, вот прокололи, где-то препарат остался, да, ну, пройдите там по морщинке папулками еще дополнительно, пожалуйста. Вот как раз Princess Filler и Volume, их можно колоть тоже вот капельно, это не микро, капельки, а капельками. Это если вот имеются такие вот заломы, вы под низ вкололи, ретроградно заполнили, выправили, и морщинка еще осталась. Вы можете вот мелко, прям вот буквально на половиночку среза, чуть-чуть и очень поверхностно проколоть, и просто оно вот, препарат, да, будет расправить прям вот на глазах морщиночки. Но это только можно делать только принцесс пока что. Никакими другими препаратами это делать нельзя.